Каждый приезжий желает знать, где было бы безопасно жить в Тюмени, а где в одиночку ходить не стоит. С этими вопросами Federal Press обратился к горожанам. Скажите, пожалуйста, какой район Тюмени самый опасный? В каком смысле опасный? У нас нет опасных районов, все одинаковые. Криминал. С моей позиции. Раньше было Зарика, вот, но теперь... Ну, я там давно не был, но тем не менее, значит, возможно, что-то там осталось, но вряд ли. Сейчас времена совершенно другие. Вот, и того, что было раньше, уже давно нет. Ну, я думаю, что лесобаза. Много всяких этих ходит. Мужчин там, все такое. Там много было происшествий. Я думаю, наш центральный. Я здесь живу. Объясню, почему. Мне к 70 годам. Но столько цыган, сколько здесь, я не видела. Поэтому, когда мы уходим из дома, мы не чувствуем себя в безопасности. Хотя у нас есть и камеры наблюдения, и все. Они все равно и огорожены забором уже за счет них, потому что дальше находится цыганский район. Ну, то есть, когда мы покупали квартиру, этого так казалось, что нет. То есть, сейчас очень много. Да, это нахаловка, даже по себе я, они даже сами ко мне подходили и говорили, а что сделать, вы сделаете, если мы вас украдем? Вы знаете, я такой домосед, что я практически в этом не разбираюсь. У меня вот есть это до школы с ребенком дойти, он у меня аутист как бы, и обратно вернуться. Потом, в общем-то, я не ориентируюсь особо. Сложно сказать, я не так много живу в Тюмени, но... Как бы стереотипно, наверное, Олимпийская, Войновка, вот как-то так ассоциации какие-то такие первые на ум приходят. Ну, это один из районов, в котором мы сейчас находимся. Большое количество цыган, скорее всего, поэтому не хотят таксисты ехать сюда. Часто сталкивались. А мне кажется, лесобаза. Да, там опасно, там мало освещения, неблагоустроенная территория. Недавно там, как мы помним, девочка погибла маленькая. Вот. Я вообще боюсь сюда ездить, ни разу не была, просто не слышно. Ну, скорее всего, это лесобаза или маяк. Ну, говорят, на Войновке есть. Ну, как бы у меня не случалось, дай бог, такого, не знаю. А какой самый безопасный в этом смысле микрорайон Тюмени? Где лучше всего, комфортнее всего жить? Ну, конечно, в частном секторе, мне кажется, лучше. Но вот у меня брат на Меликайте живет, там тоже нормально все. А в тех в восточном, там тоже брат живет, тоже такого как бы не случается. А вот Созидатели, там, конечно, я новые микрорайоны, этого я не знаю. Скорее всего, центральный или да. Заречный. Я тоже так думаю. Ну, это центр самый, я думаю. Наш. Это какой? Восточный. Не знаю, мне мой нравится микрорайон в этом плане. Тихий, спокойный. А где вы? А, вот здесь ЖК, нефтяник. Ну, в центре. Понятно, что центральный самый. Цветной бульвар. Там, не знаю, Зарика, набережная, вот наша любимая.